Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей. Подписчикам же крепко жму руку. В этом видео мы с вами продолжаем распаковки посылок с сайта AliExpress. На этот раз у нас будет посылка из категории «Вещи и сумки». Что ж, сразу после заставки канала мы начинаем распаковку. Итак, друзья, а у нас должна быть в этой посылке очень интересная сумка, которая в дескрипшене обозвана как Chest Bag Army Green, то есть нагрудная сумка. По-русски ее, наверное, правильно назвать тактическая сумка цвета Army Green, армейская зеленая. В данный момент на экране вы видите описание данного товара. Стоимость в рублях, в долларах, время, за которое посылка до меня добралась. В то же самое время, пока вы изучаете описание посылочки, я начинаю ее потихоньку распаковывать. Очень уж не терпится заказчику ее получить, который ее заказал. Посылка снова не для меня заказана. Одним из моих подписчиков. Так, смотрим. Кстати, заказчику передаю привет. Итак, вот она, это тактическая сумочка Army Green. Да, действительно, цвет Army Green. Более чем даже. Так, совсем немного китайского скотча. Я его разрежу, дабы посмотреть на наш товар получше. Так. Так, проверяем замочки. Так. Здесь у нас два замочка. Угу. Так, вместимость сумки у нас. Ну, в принципе, достаточно неплохо. Так, будь она немножко побольше, пошире, в принципе, в нее даже небольшой ноутбук мог бы влезть, либо планшет. Так. Одно отделение. Здесь у нас на кнопке еще одно отделение. Здесь еще у нас ремень дополнительный. Так, вот так одевается, застегивается. Кнопки качественные. Все здесь нормально. Ну и маленькая отделенница еще есть внешняя тоже. Вот, то есть, вот если ее на полную открыть, вот примерно такая вещь получается. Вот, в общем, ценители поймут, для чего эта вещь нужна, насколько она удобна, насколько она универсальна. Кто пользуется такими сумками в жизни, я предлагаю в комментариях поделиться вашими впечатлениями. Заодно, наверное, можно еще и попытаться сравнить по качеству. Я так, в принципе, ее всю показал. В любом случае, в первом комментарии под этим видео я добавлю впечатление заказчика об этой сумке, подробный его рассказ, оценку качества изготовления. Ну, я вижу, что очень добротная вещь, соответственно, ее можно рекомендовать. Ссылку на товар я обязательно помещу в описании под видео. Кого заинтересовало, можно переходить, изучать, покупать. Ну, а мне же на этом, наверное, разрешите заканчивать видео. Я хочу вас поблагодарить за просмотр видео до конца. У меня же остались только формальности. Спонсорами являются международные площадки AliExpress, Tmall, Gearbest и Banggood. Список лучших товаров по моей версии, как всегда, ищите в описании к видео. Естественно, если вам видео понравилось, не забываем поставить лайк. Кто не подписан на канал, обязательно подписываемся. Обязательно нажимаем на колокольчик. Все, друзья, всем удачи, пока!